К другим темам. Каливальский, Сегежский и Костомукский районы соответствуют критериям арктических зон. Об этом говорили на встрече глава республики Артур Парфенчиков и президент Российской академии наук Александр Сергеев. Напомню, в начале марта правительство Карелии направило в РАН все необходимые материалы. В итоге Александр Сергеев подтвердил, что все три территории соответствуют необходимым критериям. Соответствующее заключение будет подготовлено РАН. Благодаря этому российское правительство может принять положительное решение по включению территорий в арктическую зону, которая даст возможность для более активного социально-экономического развития наших северных районов.